Смотрите, какой у меня охранник. Вот просто. Я вот вообще ладно, в шоке. Скажи, пожалуйста, кого мы ждем и что мы здесь делаем? Что тут пакет здесь находится, блядь? Кого ты ждешь? Не я. Я теперь женат. Вот, кстати, смотрите, что было. О, подожди. Вот, чтобы вы понимали, посмотрите на это кольцо. Мы, короче, сидели в машине, он это кольцо просто в рюкзаке так искал, потому что он говорит, если это кольцо не найду, меня убьют. Нормальный человек или он это? И это цок-цок-цок, а вы что такой?